Дарья, деточка, ты уж третий год служишь в нашем театре. Пятый. Как быстро летит время. Так вот, голубушка, Дина Андреевна, у которой ты была на вторых ролях, сегодня приболела. И тебе выпал шанс. Я вас не подведу. Довольно. Сегодня большой спектакль. Все в твоих руках. Голубушка, текст-то помнишь? Изреки. Разрешите ваше пальто? Можно вашу шляпу? Спасибо. Вот ваш номерок. Гениально. Ну, беги. Спасибо вам. Беги. Спасибо. С Богом. А!